Сегодня у нас 13 июля. Вот ребята идут, лопату несут они. Ой, какие у меня труженики, дети. Ой, да с каким желанием. Ну, лопату все, втыкайте, я буду ей работать. Вот сюда, потихонечку. Потихоньку, ногу не повредите. Вот так. Да какие они у меня молодцы. Да не ногой забивай, а ты тоже топни на нее. О, все. Сейчас ты мне будешь помогать жуков скребать. А они вот берут по два рядка, пошли все. Лепрода вперед вырвалась. Не спешите. Ставьте тазик до самого основания, сбивайте. Вот так. Никого тут нету. Так, Галя, я тебя на минутку отвлеку. На-ка, посмотри, как я буду, покажу, как правильно хрен копать. Это самое хреновое поле называется, хрену много. Вот, это вот, это не трогать. Здесь морковка еще не взошла. Володя сказал убрать хрен. Что значит убрать? Вот на каком расстоянии примерно я копаю? Давлю вниз, а потом там нажимаю и подтягиваю потихоньку. Вот он какой. Это небольшой хрен. Так, еще дальше. Я не землю не вытаскиваю. А почему такой он? А потому что его уже не один раз выдергивали. Mm-hmm. Иногда встречается вот как этот шланг. О, я его не подсек. Так, ребята, маленькую соломку вы стали на эту. Mm-hmm. Это морковку вы раздавили. Уйдите солому туда, на черную землю. Во! Теперь смотри. Я вот так вот убираю. Так, маленько. А потом дальше туда стараюсь подрезать. Видишь, это означает, что он уже взятый был когда-то. Сейчас я маленько вперед так потихоньку прохожу, выйду вон на тот угол. Пойдем-ка туда, я покажу, как правильно хрен копать. Вот это вот конопля. Тут горох. Горох трогать нельзя. А гляди, что, глянь, красноты, засними-ка. Вот. Рядом хрен растет, и ведь он не берет его. Теперь гляди, как я ставлю. Вот. Вот такой лист. Вот какая высота. Мне, ну, почти метр. Теперь я вот так вот подальше и начинаю из коса подкашивать его. О! Вот тут уже побольше. Оторвался. Я пока здесь буду ложить его. Потом он пойдет. Этот нетроганный был. Это все хрен. Дальше. Опа, картошку выкопал. Так ее тут и не было, кажется. Ну что сделать? Еще маленько подсыпем. Нет, нет, она не будет расти. Вот так. Здесь ничего не видать. Вот я беру, а там оказывается внутри картошка. Это Павел Лапкин тут жил. О, потихоньку не сломать лопату. Корешок. Корешок. Его отрезать от этой. Дальше. Сейчас еще раз покажу. Хрен копать это... А вы его копаете для того, чтобы просто удалить с огорода? Да, его не удалить. Он на 2 сантиметра уходит. Этот убрали. Но теперь его легче брать. Вы знаете, я слушала одного мужчину, он то ли агроном, то ли не агроном. И он говорит, если каждые 10 дней его просто тяпочкой хрен спалывать, каждые 10 дней, то корни перестанут развиваться. Якобы они берут силу из листьев. Не знаю. А вы попробовали бы? Это брали мы уже десятки раз, все равно растет. Корень он берет, от листьев берет. Я корень садил, от корня берет силу. Уже я тоже так думала. Но у него на огороде, он говорит, именно так я избавился от хрена на огороде. Так бы легко было вырасти. Нет. Нет. Его никаким образом нельзя убрать. Это с сеном надо слоем 30 сантиметров и 3 года держать его, знаить. Вот мне так говорили. Ну-ка еще раз. Я сделал, весь огород свой маленько поправил. Вот они, видишь, где середина. То есть где начинает расти хрен, туда соломы. Это проверять надо.
сантиметров 30 говорит, навалить. Каждые 10 дней там. А я корешками садил, сам садил в одном месте. Вот они какие. Здесь он не тронутый. Вот он. Я его подрезаю. Выдергиваю. От него что смогут взять, то и бери. А ты посмотри какой. Какие листья-то. Это ну, настоящая пальма. Все. Спаси Христос. Слава Христу. Я тут буду один работать сейчас. Там она не работает. А ты, Ливия, возьми ряды. Маме навстречу пойди, она со мной была. Помоги ей дойти вровень. Дочка талантливая музыкантша. Классику исполняет. 86 или 100 наград с лишним. Вон трактор идет далеко. Видишь, сено везут. Я не знаю, это наше или не наше. А там линия идет. Железная дорога. Поезд стоит, ремонтирует дорогу. Так, опусти вниз. На. Очень хорошо. Показать надо сейчас, как мы это делаем. Внимание. Не знаю, что вот этим приближается. Тут не потребуется. Так. Подходите ко мне. Перчатки уберу свои. Подходите. Тимошенька, иди помогай. У меня Тимоша помогает. Тимоша, вот это вот, не наступай там на это. Вы зашли здесь на морковку. Здесь морковочка сюда. Растет. На морковке туда стоите. Вот иди. Гляди, вот это вот туда попало. Вот так вот, нажали ее. Так, дорогие, а теперь дайте вот. Во. Во, все, держи за эту вот. Отлично. Это я возьму в карман. Держи, теперь палочку. Так, подожди-ка, Лева, вон туда отойди. Угу. Так, давайте, высыпайте. А он держит. Давай. Давай-ка, подожди. Поворачивай больше, больше. Оп, я рукой сижу. Это так быстро у нас дело пойдет. Все, твари. Просто из моего тоже высыпи. Так, подожди. Все. Больше ничего не надо. Давай. Это все жуки тут были? Угу. Вот видишь как? Трубку нашли. Эта трубка все делалась. Да, молодцы. Давай. А то мы бензин на них тратили. Ничего не надо тратить. Так, подожди маленько. Это не игрушка. Как от них избавиться? Я их жёг. А они там горят, а другие целые. Все. Еще кто? Все. Все, да. Идите с Богом. Смотри. За один раз сколько? О. Где кузница? Так, ребята, вы ходите по морковке. Это вот вы хорошо она придумали трубочку. Так, тут некоторые упали. Ну все, на этом благодарствую. С Богом. Она вот не залезла. Давай наша будет, давай. Ребятам интересно рассматривать жуков. Они у нас биологами будут. Ботаны. У нас тут это как-то под гусеница была. Этот огород делать нечего, сейчас пройдете. У меня тут два помощника, они держат баночки. О, как у нас хорошо все идет. Лёва, значит, вот это мой Тимоша в чёрненьком. Тратить деньги, чтобы
Ничего там не было, кроме жуков. Сегодня у нас 13 июля 2018 года. Это мы находимся на Саманном. Собираем, вот пришли после завтрака, жуков колорадских собираем. Ну что, уже вон, одни бодрили стоят от картошки остались. Стряхивают в тазы, в ведра. Ну и потом, ну-ка, какие еще давай будут. Вот, а Игнатьевич вот придумал, чтоб в бутылке можно было закрыть. Вот, вот. Это самое лучшее, в банку. Воронка. И они здесь пробка заткнуть и оставить ее здесь. Они как-то издают какие-то электроволны, другие боятся. Давай сюда. Владимир, поверни. Только чтобы у вас там меньше было этих листьев-то. Ну, как-то выбрать чуть-чуть. Ну, у меня-то. Давай, может, что-то проскочит. Пройдет, наверное. Ну, давай. Я сшил ее. Вот этот большой. Гриллиан. Большая никак. Подожди-ка. Ну, давай, давай. Сейчас я здесь. Ну, я никак не рассчитывал, что листья тут будут. Будылья такая. Ну, значит, ему не надо эту работу давать, раз он такой. Какую-то палочку. Лёва, так не работает. Иди сюда. Иди сюда. Вместе с тазом. Ну ничего, он их мимо роняет, просто. Конечно. Не дает взять их. Да ну, это и маленькая. Постой, там же вон дерево растет. Ты хоть собрал хоть сколько-то жуков-то? А что ты много веток-то? Убирай их, эти ветки. Ставь на землю. Все. Убирай веточки. Стряхивай с них это жуков. Очисти все. Там земли насыпал. Откуда у тебя там взялась? Сергей Павлович. Веточки все убирайте, они препятствуют. Листочки тоже. Чтобы засыпать в бутылки. Здесь потом что будет? Топить или что? Нет, их оставляют, а они там погибают в бутылках. В бутылках? Да, в бутылках. В 5-литровку он начинает засыпать через воронку их туда. И закроет их. Ну, вот там в интернете одна женщина говорила, что вроде ребятишки оставили, а на следующий год раз, и жуков, говорит, нету в огороде. Типа, у которого жуки у них были в бутылках разных. И вроде бутылки, а и жуки ушли от этого. Ну, кто его знает. Может, брешет, а может, и правду говорит. Трупов, да. Не может это проталкиваться. Старайтесь веточки убирать с листочками. Они потом тут не пролазят сквозь воронку. Без ссоры берите. Я их буду забирать у вас. Не надо там никакого дегтя. А деготь не помогает. А мне-то сколько? Земли-то сколько? Глянь, не надо это мне отдельно. Не пойдет. Он просто греб где-то по земле. Все. Бери. Да и любое дело можно сделать так, что сам удивишься. Неужели можно так было и сгадить? Давай. Наклоняй ее, а потом бей, а не просто так столкнуть. Давай. А этот принес комки прям грязи. Толкай. Сумеешь? Ровно ли, надо прижми маленький. Давай. Ну сколько? Давай, давай. Наклони тазик в эту сторону-то, подними его, он сам скатится-то. Ты держишь его так вот, ну туда наклон-то идет. Ну это-то может догадаться, что наклон должен сюда быть. Как у меня все время, как будто на меня нарочно заходят такие люди. Дурнее вчерашнего. Сейчас у других посмотрим. Вот там какой урожай собрали. Побрызгал я вчера этим дегтем с водой. Это 10, 100 миллиграмм, 100 грамм вернее, на ведро воды 10-литровое. Ну и вот что с картошкой произошло, почернело что-то все. А жук он сидит и лопает. Он скатился один. Нет, это
Во-первых, много надо, у нас тут больше 20 соток. Не хватит никакого дегтя тут. Так, листочки хроси убирайте, они потом не там полезут. Яйца. Яйца? Ну, раздави тогда их. Не лежу. О, ну, все, Ливия, хорошо получается. Талант открыла, собираем жуков. А у тебя, Оля, как результаты? Мои результаты, как всегда. О, листочки убрать надо будет. Там личинки. А их надо это раздавить, да и все. Потому что они там не пролезут сквозь воронку. Вот жуков сколько. Тьма тьмущая. Сколько их сидят. Жрут и жрут только. Слушай, ничего не делают. Жрут да серут. Вон сколько их. Охладок этих. А это что за жук еще? Сидит тут тоже что-то. Свалился чему-то. Так, ладно. Ну все, слава богу за все.